Привет всем! Сегодня в обзоре китайская копия очков компании ESS Crossbow. Вот они продаются в таком чехле. Твердый чехол относительно, то есть который защищает очки и все, что там содержимое, от каких-то повреждений, от каких-то сдавливаний в рюкзаке. Отличается чехол от оригинала тем, что бегунок у оригинала находится с другой стороны, то есть не со стороны буквы S, а со стороны буквы E, то есть вот в закрытом положении. И вот такая система молли крепления у оригинала, вот здесь вот эта часть, которая пришита, она находится чуть повыше. Получается, образно говоря, полоса рюкзака, полоса этого чехла, полоса опять рюкзака, полоса чехла. Здесь же получается на рюкзаке только на одной этой, за одну ленту молли будет цепляться. И, соответственно, полоска здесь больше на оригинале, а здесь вот на пол кнопки только. Никаких больше карабинов, ничего на чехле для очков нету. Змеечка ходит очень хорошо. Имеется вот такой бегуночек. Никаких проблем со змейкой нету. Внутри содержимое в комплекте. Две линзы, белая и желтая, прозрачная и желтая. Резинка на очки в полном, ну, когда она полностью растянутая, то она 28 сантиметров в длину. Наносник вот такой. Вот. И оправа с дымчатой линзой. Вот она. С таким вот интересным наносником. Наносник снимается также элементарно. Сдавить и его стянуть. Вот он. Наносник для того, чтобы диоптрии прикрепить можно было. И аналогично вставляется. Сдавить и до характерного щелчка. Поставить на место. Китайцы делают аналогично, практически как на оригинале. Вот, наверное, не будет видно всякие там надписи. Чем отличаются они от оригинала? Вот это отверстие у оригинала, вот это. Оно, по-моему, чуть ближе к краю и имеет такую более прямоугольную форму. Здесь оно такое более овальное. Вот, и чуть дальше от края находится. И вот эти уголки, вот эти. Они такие более закругленные на оригинале. Причем вот эта китайская линза в оригинальную оправу вставляется. А оригинал уже в китайскую оправу не вставляется. Снимаются линзы элементарно. Вот это отстегивается. И линза просто вниз вытаскивается. Поставить в обратном порядке. Вставили один край. Вставили второй край. И потом вставляем саму оправу. В прорезь оправы. И защелкнул. Эти очки уже эксплуатируются около года, в основном как солнечные, то есть экстриму они никакому не поддавались. В ходе эксплуатации были выявлены вот такие недостатки. Вот этот замочек имеет свойство сам расстегиваться, а также на вот этом наноснике отклеилась резинка, то есть резинку клеили. Вот резинка клеенная была. На оригинальной оправе здесь, вот, на оригинальной оправе здесь будет надпись. Вот здесь. На китайской копии нету. И дужки
точно так прорезиненные, как на оригинале. Довольно-таки хорошо держатся на голове. Вот. Но пластик снаружи на оригинале шершавый, тут такой более гладкий. А так, в принципе, один в один. Резиночка вставляется тоже элементарно. Защелкнуть, щелкнуть. И все. Вот вот так очки сидят на мне. Дужки вот здесь. Вот вот этой частью прилегают к голове. То есть дужки у них такие полукруглые, выпуклые. Здесь они как бы свободно отходят. Наносник здесь вот на этих очках узенький. Поэтому мой здоровый горбатый нос не дает им плотно прилечь к лицу очкам. То есть, ну, очки не плотно прилегают. Вот большое расстояние здесь у них. Вот. Вот так оно выглядит. Вот такие очки были сегодня в видео. Большое спасибо за внимание. Всем пока.